Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Yarn Today Rogue. Так, ну что, давай, во-первых, я объясню, куда я пропал. Первая причина, ребята, это работа. Вторая причина, то, что я обновлял себе компьютер. И я запарился устанавливать программы и восстанавливать пароли, искать нужные мне сайты. В общем, на это у меня ушло где-то дня 3. Вот на все это. И то, ребята, какие-то проблемы все равно есть. Не нравится мне 11-я винда, если честно. Я ее установил, но переустанавливать уже не буду, потому что это займет еще определенное количество времени. А основная причина, да, ребята, работа. Из-за работы все. Ну что, давай попробуем, вспомним, что нас тут ждет, что нам тут нужно. Ежедневочки. Да, мы, наверное, начнем с ежедневок. И возьму я, наверное, ну, вот эту миссию. Так, а где мне посмотреть мои задания ежедневные? Так, здесь я не буду пока ничего открывать. Я забыл, где мне посмотреть мои ежедневные задания. Да, в принципе, сейчас узнаем. Сейчас нам все здесь напишут. Так, зачистить 6 комнат, не использовать прыжки. Ну, я думаю, что это изи будет. Наверное, я надеюсь на это. Не использовать прыжки. Так, ну давай возьмем, наверное. Так, подожди, задания-то какие все-таки у нас? Комнат, не используя прыжки. 12 комнат. Ага. И тут нельзя. То есть 12 комнат. И выстрелить из оружия 200 раз за один забег. Пи! Изи задания, друзья мои. Просто изичные задания. Проще простого. Так, ну давай возьмем спички, наверное, с тобой, да? Сегодня, ребят, немножко поиграю, потому что мне буквально через полчасика идти на работу. Видосик, естественно, этот выйдет, когда я уже буду на выходном, скорее всего. Так, что у нас там? Снижает гравитацию. Хорош. Так, ну здесь возьмем, наверное, плакат. Так, шанс крит, само собой. Это лучше всего. Блин, мне нельзя прыжки использовать, поэтому, ребят, я буду отходить и тому подобное. Так, так, так. И вот так. Там еще кто-то один остался. Все, ребят, 6 комнат уже пройдено. Нам нужно еще 6 пройти. Но больше, ребят, меня расстроило, знаете что? То, что игры, которые, как ты понимаешь, мы берем со сторонних сайтов, в которые я раньше играл, я не смогу их дальше продолжать играть, потому что сейвы улетели. А заново их проходить, ну, это такое себе удовольствие. Поэтому только которые у меня куплены в Стиме, в Эпике, эти, да, эти можно продолжать. А остальные, все, ребят, похерились, так скажем. Хотя там их, в принципе, не так много. Единственная игра... Нет, две игры было, которые у меня на сторонних. Это было про котика и Банишерс. Вот. Это да. Тут, конечно, ничего не поделаешь уже. Хотя у меня есть сейвы у кореша, у дружка. Можно взять у него, но у него немножко по-другому пройдено. Но как для продолжения и для того, чтобы пройти игру, все-таки можно позаимствовать. Так что пишите в комментах, стоит ли так делать. Ну, заново проходить не хочу. Ну, что я взял, ребят? Взял себе... У меня же был Intel. Взял себе Ryzen. Взял себе Ryzen на новой архитектуре. То есть на базе M5. Блин, вот здесь я прыжок запорол. Получается сколько? По-моему, если не ошибаюсь, 7700 или 7800. Это проц. Мамка у меня MCI-евская, это Магавк. Оперативы. Ну, оперативы я взял 36 гигов, но на 6000 герц. Видюху пока, да, видюху не менял. Но это уже в следующем году, ребят. Или с вашей помощью. Но все зависит от вашей помощи, так скажем.
Так, ну что, я и выстрелы сделал, да? Получается, нам надо теперь, если я не ошибаюсь... Вау, я все выполнил. Так, ну что же, тогда мы завершаем этот этап. Все это, естественно, ребят... А, я прыгать же могу теперь. Спокойненько причем могу прыгать. Ух, разгуляйка. Разгуляечка. Оперативы я, наверное, ребята, докуплю. Может быть, ближе к осени возьму еще себе, наверное, 36 гигов. Я тебе скажу, знаешь что, по чесноку, как по мне, оперативная память на М5 стоит дешевле, чем... Ого! Стоит дешевле, чем у меня было на М4. Парадокс, да? Но зато, видишь, у меня на том компьютере оперативы сколько было? 60 с лишним гигов. А если бы было бы больше места для плашек, у меня бы было бы там за 100. Потому что у меня оперативы 36, еще по столько же. И еще датовская стоит там на третьем компьютере. Компьютеров много, ребята, всяких. У меня интеловский, вот Ryzen появился. Ноутбук, еще один интеловский. Я раньше был... Слушай, если брать с самого начала, то у меня, если начиная от... Вообще, от самого начала, то, что у меня было, это был Athlon. Потом я почему-то после Athlon переключился на Intel. И вот у меня интеловские были очень-очень долго. А потом мне почему-то захотелось, ребята, взять себе именно Ryzen. И взял, взял. В принципе, не жалею, да, стоит, конечно, денег. Но сам процессор холодный, 65 тепловыделяемость у него. То есть к нему нареканий нету, я его протестил. Все четенько, ребят. Если у меня Intel грелся, хотя они оба 8-ядерные, там единственное, что было 2,8 частота на 8 ядер, а на этом 4 герца на ядро. То есть, как бы, именно в производительности я выигрываю. А с Бравл Старсом, друзья мои, та же старая тема. Я думал, может быть, все-таки в компьютере проблема. Нет, друзья мои, не в компьютере. Проблема в интернете. Сбрасывается почему-то интернет, и почему-то именно в Бравле только. Вот я хотел поиграть, там ужасно, не знаю, что там с этим можно сделать. Почему он не хочет нормально ее запускать? И как это исправить, тоже без понятия. Все, хочу поиграть в Браво, потому что у меня там и новые бойцы появились, которых мы получили, когда разыгрывали здесь пак, эти звездочки легендарные. Но поиграть нормально не могу из-за того, что она просто начинает ужасно лагать. Я уже думал, может, поменять VPN. Поменял VPN, и все равно, ребята, та же самая ерунда осталась. Так что, если честно, я не знаю, в чем проблема там. Слушай, а мы же сейчас получим с тобой новые задания, да? Может быть, мы сегодня уровень? Хотя уровень вряд ли я заработаю. Ну и, соответственно, если мы взяли уже нормальный, мощный комп, нам надо будет на втором канале уже играть побольше игр. Причем, помнишь, у меня подлагивала игра, которая называлась... Остров Лунного Камня. Тестил, ребята, сейчас вообще никаких лагов. Идет ровненько, идеальненько. Я очень доволен. Слушай, а мы уровень с тобой получаем? Кстати, давай, наверное, получим дополнительную миссию. Так, ну что, друзья мои, вот у нас новая миссия. Оглушить 60 врагов тазером, убить 10 врагов установленным золотыми часами. А у меня золотых нету, по-моему. И вылечись на 851 единицу. Ну, плюс мы с тобой зарабатываем 14 уровень. Так, открываем ящик. 20 голды. Подожди-ка. Так, что нам тут? 100 голды дают. По поводу золотых часов. Золотые часы. У меня, насколько я помню, вон, обычные. У меня золотых часов нету. Так что это задание я вряд ли смогу пройти.
Обидно, досадно, но ладно. Такс, давай попробуем пройти, наверное. Блин, не хочу я этот уровень брать. Давай этот возьмем. Попробуем его пройти. Да, это легкие уровни, которые уже у нас пройдены. И плюс, и, по-моему, нам... Так, оглушить. Ну, мне нужен тайзер. А мне дают реактивный ранец. Да, с тайзером, наверное, будут проблемы у меня. Тут обычно, знаешь, как тебе дают задание. Но чтобы тебе выпал нужный элемент, такого обычно не случается. Ну-ка, давай попробуем. Мусор дают кинетический. Ладно, мусор тоже неплохо, в принципе-то, ребят. Такс, ну давай возьмем, наверное, наземные лазеры. Черт бы тебя побрал, а? Ну что, ну почему не даете мне? Тайзер нужен, ну... Вот когда он, ребята, не нужен, а вообще, его все время нам где-то подсовывает. Постоянно, заметь, да? Как только нам нужен для задания, ты фиг его получишь. Ну, естественно, когда мы прокачаемся, мы уже с тобой пойдем на новую миссию. Но для этого ты видел, как там жестко бомбят нас, поэтому прокачка здесь нужна охренительная. По-другому не скажешь. Так, тихо. Ой, ё-моё, нифига там. Это сколько там бабок-то стоит на базаре. Кто-то, я не понял, кого-то не добились? Ну давай. Так, здесь раскромсали. Так. Не хотят давать. Так, подожди, я еще раз гляну. А, нам нужно было вылечиться. Нам надо было и оглушить тайзером. Вылечиться и оглушить тайзером. Надо было грибы тогда брать, получается, мне. Верно? Конечно, верно, ребят. Блин, или грибы, или яблоко. Чё-то я как-то невнимательно посмотрел. Так, лягушки, ненавижу я этих лягушек. А вот, ребята, и тайзер. Так, ну что, с одним вроде бы разобрались. Но наполовину, еще не полностью. Потому что нам нужно еще хилку получить. Ох, ё-моё, сколько вас тут. Сколько вас тут на меня прет, а, дроны. Точнее, пушки. Давай возьмем баскетбол. Слушай, вот этот вот мусор кинетический как-то очень странно работает. Иногда, ребята, он крутится, вот смотри, видишь, набирает скорость, офигенно. А иногда еле-еле, может быть, это зависит от того, сколько ты противников убил. Ну, чем больше убиваешь, тем быстрее он раскручивается. Посмотри. И тайзер у меня хоть вообще работает? Глушит он их? Не, по-моему, глушит. По-моему, есть такое дело. Чем мне нравится проходить вот эти миссии, ребята, пройденные до этого, ну, прежде, которые были пройдены, то, что мы с тобой здесь, именно здесь зарабатываем нужные нам элементы. То есть на прокачку нашего оружия, наших, я не знаю, там, ну, перков-то, конечно, нет. Оружие, ботинок, вот этого всего. Самое основное, чем мы с тобой, в принципе, используем, пользуемся. Блин, надо посмотреть, сколько я уже оглушил. 9. Слушай, отхил идет. А, видимо, отхил идет, знаешь, когда? Когда мы с тобой завершаем уровень, у нас идет автоматически небольшой прирост хилу. Но. Так, вылечились. О! Шанс оглушения увеличился. Так, нам дали с тобой бензин. Здесь нам ничего больше не надо. Так, ребята, время 5 часов уже вечера.
Надо уже потихонечку собираться. Потихонечку собираться на работу. Еще надо в магазин зайти, взять что-нибудь покушать. 12 часов на работе, знаешь, такое себе удовольствие. На голодный желудок. Сейчас спросишь, а что ты дома не готовишь? Ребят, готовлю, ну надоедает одно и то же есть. Так, ну давай возьмем спички, наверное. Раз не дают нам. Слушай, отхил, у нас же отхил может быть, знаешь, какой в плане? Мы же можем бутылку взять, и это тоже будет считаться как отхил, верно? Ну, я имею в виду бутылку с водой. Она же нам дает отхил? Дает. Хотя мы отхил уже сделали, нам, наверное, надо уже все, тазером. Пользоваться тазером, оглушать противников. Такое ощущение, что я не успею допройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там лазерная установка. Так, дай-ка я все-таки гляну. Так, ну 41 из 60 уже оглушен. Блин, а вот что делать с золотыми часами? Там же нельзя, по-моему, перевыбор сделать, да? Да иди ты в пень. И черепашки-ниндзя, ребята, тоже. У меня там все пройдено, блин. Я даже не начинал их играть, если честно. Потому что у меня не было на это времени. Поэтому эта неделя, наверное, у нас все-таки сфейлится. Никаких результатов, скорее всего, не будет. Блин, я уже до босса дошел. Я уже дошел до босса. Кстати, надо будет посмотреть, у нас есть новый уровень. Да этот босс лох вообще. Есть ли у нас новый уровень жары? Да, по-моему, есть. Но там действительно жара. Там жара, жаровня. Фиг ты куда пройдешь. Угу. Мы с тобой получаем сундук. Один. Так. И у нас еще есть одна. Ну-ка, я могу? Нет, не могу, ребята. Смотри. А. Да, еще четыре. Так, ну что, друзья мои, у нас есть оглушите тайзером врагов, ага, 20 за один забег. Опять же нужен тайзер. Апгрейд. Апгрейд. Так, у нас, ага. Хорош. Блин, как же мне хочется, ребят, забрать эти сундуки, а, если честно. Так, я хотел посмотреть про жару. У нас есть заросшие. Пойдем заросшие канализации. Быстренько пробежимся. Там 100 голды дают. Так. Дай тайзер мне. Нет, он мне дает отходы. Ну что, жара так жара. Блин, сразу сжаб, да? Жаба, вали нафиг. Ну, я возьму, наверное, баскетбол здесь. Блин, два задания с тайзером связанные, прикинь. Там еще бабка Харкунья. Вот ты разведешь, чтобы она замедлялась. Давай, наверное, вот этот возьмем. Хотя кинетический мусор, наверное, был бы лучше. Смотри, жара на изи. Стоит, да? Легкий уровень сложности. А урона, смотри, сколько наносит. Давай вот это возьмем. Так, враги превращаются в фейерверк. А второе? Не то. Бабка Харкуня заколебала уже, но... А, все равно свои слизи достала. Ну, давай возьмем аккумулятор, что ли. Давай, скорость атаки. Блин, если тайзер мне не выпадет сейчас, я просто не пройду эти два уровня. Я не закрою эти миссии. Что будет очень печально. Хочет, хочет, хочет гад прыгнуть, да? А я, ать. Да-да-да-да. Там еще и жаба, ё-моё. Блин, ну где тайзер? Тайзер, тазик, так хочется сказать. Где тазик?
Тихо, да. Посмотри, а. Вау. Фига вы тут. Да эта швабра от меня не отстает, понимаешь? Она на своих руле как бы. Тут, конечно, я сам. Че такое? А, в слизи. Ну, че так прыгать-то еле-еле. Блин, ребята, очень мало хп. Называется жара, легкий уровень. Я боюсь даже представить, что. Вот представь теперь на харде. Вот с таким вот положением дел. Когда отскакивают патроны, когда эти бомбят, когда их там больше вот этих усиляющих ботов будет летать. Что я там смогу вообще сделать? Скажи мне. Да ничего. Почему я не могу через них пропрыгнуть? Почему они меня постоянно задевают? Я про зомби спрашиваю. Они должны задевать меня только когда они бьют по мне, а не когда они меня просто элементарно касаются. Ну, логично, ребят. А тут они, даже если ты мимо, рядышком проходишь, нечаянно. Еще, они похлеще, чем жабы будут. Да уйди ты нафиг, а. Хлыщ. Блин, все равно не дают. Да. Они дадут, наверное, на последнем уже, да, этапе. Когда он мне нафиг не нужен будет. Кто там, две бабки, что ли, не помогло? Да, нет, там был. Да, две бабки там было, ребят. Так, этого наказали. Этого наказали. В минус. Так, остался один. Одна пушка. Ну, не хотят. Так, Харкунья там. Харкунья, бабка Харкунья. Подпольная кличка. Ну, давай мне скорость атаки. Вот видел, жаба сейчас в данный момент, она просто, ребята, перепрыгнула, даже мне не нанесла урон. Хотя она проходила прямо через меня. Как у них это работает, я не пойму. Ой-ой-ой. Ну давай, конечно, все, лови, все, что не прикручено, не привязано. Минус. Че, аккумулятор возьмем? Да, наверное, это, ребята, будет последняя у нас миссия. И будем закругляться уже. Надо собираться уже, как бы, время. Время, времечко. Опа, опа, опа. Миллион жаб, да? Уровень с миллионами жаб. Естественно. Я даже не уверен, ребят, что я пройду теперь этот этап, если честно. Я серьезно тебе говорю. Ты посмотри на уровень моего здоровья. 417 хп. Плюс какой-то дрон летающий здесь. Они меня сбивают. О, он еще и тремя лазерами бомбит. В минус. Давай возьмем яблоко, потому что, ребят, надо хиляться. Паршивая жаба. Как ты улавливаешь? Как ты догадываешься, куда я прыгну в этот момент, блин, а? Как она определяет этот... момент, я не... Я... Да ты посмотри на нее, а. Тише, фейерверки только летят тут. Жаба. Хеллоу, машет ручкой. Что, босс, что ли? Нет. Какой в задницу босс. Да уйди ты от меня, а. Корявая лезет. Нет, до сих пор не дают. Я думал, мы хотя бы пройдем, хотя бы получим. И у нас там молний. А почему фейерверк не подбомбил летающий дрон?
Так, ребят, ну здесь придется лечение брать. Хотим мы этого или нет. ХПшек мало, нам надо еще выжить, выстоять. Да ты заколебала, жаба, ну. Я, как говорится, на пределе, друзья мои, играю. Ой-ой-ой-ой-ой, зря, да? Нет, нормально. Нормально, нормально сейчас было. Блин! Все, что можно, поймал, ребят. Все, что можно и нельзя, поймал. Да, 419 здоровья. Да вы отпустите вы. Пипец, просто размозжили, ребят. Ну давай потрачу 50 голды, так уж и быть. Но это, конечно, оно того не стоило, если честно, ребят. Просто порой такое ощущение, что... Давай возьмем шлем. А, вышло. Босс-пушка. Заодно спасибо, что пока это, ребята, не отскакивающие снаряды. Ну прыгай ты. Завалим, как думаешь? Я думаю, завалим. Мне нужно, друзья, ее забомбить, чтобы пройти этап. Есть. Да, но... Грубо говоря, я выиграл всего лишь 50 голды, потому что 50 золота я потратил. Так, ладно, друзья мои, давайте мы тогда будем потихоньку закругляться. Так, что у нас здесь? На горючее не хватает. Давай бустер возьмем. И все. Все, что мне хватило, это купить, ребята, бустер. Нечестно. Ладно, друзья мои, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.